10 числа июня 2019 года я оказался на набережной озера Сайран. Мимо меня проходило мирное шествие протестующих. Ко мне подбежало человек 20 собровцев, которые начали меня с пристрастием избивать, не задав никаких вопросов, ничего. После чего, когда я потерял сознание на земле, они меня закинули в автозак и продолжили там избивать, где я пришел в сознание от сильных побоев. Дальше нас отвезли на Уразбайское РУВД и продержали там до 6 утра, не предоставив никаких копий документов, никакого...